Какие эмоции после матча и вообще после турнира? Пить хочется. Не, ну, хорошие эмоции, же предсезонный турнир, тяжело всем. Все работают так на пределе, своих возможностей, да, загружены, поэтому хорошие эмоции. Сегодня матч сыграли в защите на ноль. Больше на оборону уделяли внимание? Да нет, придерживались своей тактики игры, старались не взять свой темп быстро и играть в их зоне. Получилось, что мало моментов было в нашей зоне. Выигранный трофей перед началом сезона, как вот, какие мысли это все навевает? Да никаких мыслей, просто как бы игровой момент. В плане, что через эти игры входим в сезон, стараемся. Тем более я там мат пропустил много. Поэтому не задумываешься об этом. Трофей, не трофей, берем. Как приятно выиграть на арене дома при своих болельщиках. Для них это больше. Как себя чувствуешь? Вот только вышел, можно сказать. Хорошо чувствуюсь. Хорошо, всегда хорошо себя чувствую.